34, 35. Я иду искать. Вижу Петю и Борю. Ну вот, Федя нашелся сам. Так нечестно. Если бы я не чихнул, ты бы меня никогда не нашла, даже через год. О, перестань. Я когда вожу, сначала смотрю на деревьях. Все потому, что во дворе прятаться негде. Вот в лесу я бы спрятался запросто. Тетя Нора запрещает нам ходить в лес. Играем дальше здесь. Петя, ты водишь. Раз, два, три, четыре, пять. Не понимаю, куда он ушел? Может, в лес? Помнишь, он говорил, что там его никто не найдет. Я найду. Очень просто. Боря, ты что, хочешь один его искать? Он мой брат. Мне его и искать. Спасите! Спасите! О, Федя! Зря мы отпустили Борю одного. Что теперь делать? Я знаю, турбозавры помогут. Отличный кадр. Нам очень нужна ваша помощь. Наши друзья заблудились. Без паники. Зер летит на помощь. Я и не знал, что лес такой большой. Я устал. Есть хочу. Все хотят. И пить тоже. Интересно, нас когда-нибудь найдут? Я нашел их, но добраться до них нелегко. Там с одной стороны болото, а с другой овраг. Переберемся через овраг. Вау, вот это овраг! Что же нам делать? Ты говоришь, что нет ничего невозможного. Так как мы перейдем? Видишь упавшее дерево? Сделаем из него мост и перейдем на ту сторону. Турбозавры, вперед! Торн, утрамбуй землю там, где будем строить мост. Анки, ты цепляешь дерево и передаешь траку. А ты перекинь ствол на другой край оврага. Это все утренняя зарядка. Как же мы теперь переберемся? Есть идея. Что если построить полноценный мост? Вот такой. Так даже лучше. Мост на сваях. Мост на сваях! Фантастика! Зер и До, ищите стволы для моста. Буль, вези эти стволы сюда. Тор, теперь нам нужна площадка побольше. Если сваи воткнулись непрочно? Сейчас все будет прочно! Нам нужны доски для настила. Анки, передавай бревна траку. Он нарежет их на доски, а потом уложит на сваи. Не буди их. У меня есть идея. Но для нее нужен вездеход.
Где же мальчики? Уже поздно. Куда они пропали? Моих мальчиков нет. Не волнуйтесь, мы в прятки играли. Искали, искали их, и вот нашли. Пойдемте. Федя, Боря, нельзя спать на земле. Можно простудиться. А где болото? И где страшный лес? Приснилось. Пойдемте, пироги готовы. И друзей зовите. Друзья очень важны. Петь, а что тебе задали на дом? Мне нужно подготовить презентацию о динозаврах. Ха! Ну это же легче легкого! Да, конечно. Но я не знаю, с чего начать. Постой-ка! Я придумала! Могут ли динозавры существовать в современном мире? Точно! Мы-то знаем, что могут. Вот именно! Ты можешь их снять телефоном на видео. Отличная идея! Интересно, и куда все подевались? Обычно тут всегда кто-нибудь есть. Смотри! Зер! Зер! Ха, привет! Как дела? Что нового? Да ничего. А где все? Спят. Тихий час. А ты почему не спишь? А я уже выспался. Да, не повезло. Я работаю над школьным проектом, и мне очень нужна помощь. А какая именно помощь? Мне нужно, чтобы они сделали что-то динозавровое. И я сниму их на видео. И что же? Мы будем как кинозвезды? Типа того. Хорошо, сейчас все устроим. Итак, все готовы к съемке? Да, готовы! Петя, что именно нам нужно будет делать? Что-нибудь из того, что ваши предки делали в доисторические времена. Драться друг с другом, рычать, валить деревья. О, это когда было! Мы ничего такого не умеем. Нет, конечно, мы цивилизованные динозавры. Да. Ну не обязательно ведь драться по-настоящему. Вы же можете просто притворяться. О, притворяшки. Это будет весело. Да, да, давайте. Отлично. Кто будет первым? Мы будем. Я и Анки. Ой. Очень круто. Ну как, вы готовы? Камера? Мотор? Ну что же вы? Мы не будем драться. Правда, Зер? Драться это глупо и вообще неинтересно. И что же вы хотите делать? Ну не знаю. Мы можем сделать красивые букеты. Это будет не слишком захватывающее зрелище. Придумала! Мы можем танцевать! О, это здорово! Я обожаю танцевать! Это будет
самый лучший проект на свете. Ты будешь лучшим в классе. Да, благодаря вам. Ты еще не видел наш самый главный трюк. Один, два, три, четыре. Турбозавры, вперед! Да, да, я стану звездой. Миллионы просмотров. Оскар! Есть одна маленькая проблемка. Это видео нельзя показывать. Никто ж не знает про нас. Ой, мы об этом не подумали. Что же делать? Есть выход! Петя нарисует все, что видел и заснял. Зер, ты гений! Я знаю. Украли! Похитили! Скорее! Спасать! Анки, я ничего не понял. Кого надо спасать? Кого украли? Тора. Его увезли в город. Дело было так. Не люблю я это место. Шоссе совсем рядом. Вдруг нас увидят люди. Смотри. Привет. Меня зовут Тор. А ты кто? Как ты сюда попал? Да он не настоящий. Это просто раскрашенная фигура. Где, да? Нету. О, вот он. Все бы обошлось, если бы Тор успел превратиться в машину. Но люди застали его врасплох, и он просто застыл на месте. Я что-то не понимаю. А при чем тут похищение? А при том, да, что его приняли за того, другого, ненастоящего динозавра. В городе открывают парк развлечений. Туда везли разные фигуры. Одна выпала из грузовика, и теперь Тор вместо нее. Ясно. Его надо выручать. Поехали за ним в парк. Турбозавры, вперед! Мы пойдем на разведку, а вы ждите нас возле парка. Что-то их долго нет. Не очень-то он похож на настоящего динозавра. Совсем не похож. Вон он! А, вы тоже пришли на открытие. Да тут смотреть особо нечего. Обещали динозавров, а они совсем не страшные. Что этот? Что эти? Люди в костюмах динозавров. Пошли отсюда. Спасите, у меня уже все тело затекло, и я пропустил обед. Ты можешь двигаться? Не могу, меня прикрепили цементом. Нет ничего невозможного, у меня есть план. Парк там, а мы здесь. Анки, ты сможешь поднять трака и перенести его по воздуху, чтобы он снял Тора с постамента? Конечно. Тогда решено. Когда стемнеет, мы освободим Тора и оставим вместо него фигуру динозавра. Ее еще нужно найти и привести. Я ведь знаю, где она стоит, и могу вас туда отвезти. Угу. Анки, ты что, забыл, где ваш динозавр? Я не забыл, я просто не запомнил. Тихо, сюда кто-то идет. Я всегда подозревал, что с этим лесом что-то не так. А вот теперь я точно знаю, здесь живут динозавры. Но это не динозавр, это просто фигура, Степан Петрович. Значит, фигура? А я-то думал...
Буль, ты разравниваешь площадку для Анки. Когда она будет готова, Анки переносит в парк Трака. Трак, ты освобождаешь Тора. Потом Анки переносит в парк двойника. Ты ставишь его на постамент, и Анки по одному переносит вас с Тором обратно. Ага. Турбозавры, вперед! Понравился этот парк. Думаю, я еще наведаюсь сюда. Только без меня. Хватит того, что я был тут экспонатом. Спасибо, друзья, вы спасли меня. А этот знак? Остановка запрещена. Там, где этот знак, нельзя оставлять машину. А где остальные? Мы же хотели всем рассказать. Сейчас будут. Куда они денутся? На помощь! Случилось ужасное! Спасите! Зер, что случилось? Спокойно, спокойно, спокойно. Зер, что произошло? Да, кстати, а где До? Так я о ней хотел сказать! Ее похитили! Она поехала в город, а там ее эвакуировали! Наверное, она не знала, что это за знак. Ее увезли как простую машину. Спокойно! У каждой проблемы есть решение. Веди нас, Зер! Турбозавры, вперед! Стой! А как же Трак? Робот в городе привлечет внимание. Трак поедет с нами. И поверь мне, никто его не заметит. Видел я тут кое-что поблизости. Ничего себе! Надо точно узнать, где находится До. Зер! Уже лечу! О, вот ты где! Еле тебя нашел! Схватили, утащили. Что мне делать? Без паники, До! Суперспасатель — мое второе имя! Обещаю, скоро ты будешь на свободе! Нас никто не видит. Выпускаем Трака. О, честно. Я нашел До! Она на втором этаже. Надо сломать стену там, где она стоит. До вылезет через дыру, а потом я ее заделаю так, что никто и не заметит. Как она слезет со второго этажа? Тут нет лестницы. Ничего не получится. Нет ничего проще. И я придумал. Мы подведем к пролому горку, и До по ней спустится. Вот, смотрите. Гениально! Трак, сними крышу и часть стены там, где стоит До. Анки, уберешь их в сторону, чтобы не мешали. Тор, Буль, вы насыпаете песок под пролом, чтобы получилась гладкая горка. А мне что делать? Следи, чтобы нас не заметили.
сюда идут! Опять стройку затеяли! Копают и копают! Клад, что ли, ищут? Тьфу! Он ушел? Можно вылезать. До, готова? Да. Так, так, хорошо. Левее, правее. А теперь надо вернуть на место стену и крышу, а еще разровнять горку. Ура! Домой! Просто не знаю, друзья, что бы я делала без вас. Друзья на то и нужны, чтобы выручать из неприятностей. Но в следующий раз не останавливайся под этим знаком. А что это за знак? Ай-яй-яй, придется тебе учить правила. А в воздухе правила не нужны. Ой, что это? Это тебе от Кати смс-ка. Открой. Что это за рожица? И почему язык высунут, Петя? Это бабуль смайлики. Вместо слов. Смотри, Катя тебе написала, что у нее хорошее настроение. А еще она тебе язык показала. Будем отвечать? Обязательно. Ну-ка, где тут эти смайлики? Ага. О! Ну, бабушка, ты зачем мне язык показываешь? А ты чего? Она первая начала. Теперь не буду ни звонить, ни писать. Буду смайлики рисовать. Так, кстати, давно пора дорожным службам убрать это. Вот так, течет, починить. Вот так, закрасить. Полить деревце. Посмотрим, как работают эти смайлики. Жарко. Сгоняем на озеро. Турбозавры, вперед! Какие-то рисунки на камнях. А вчера тут ничего не было. Может, это письмо? А в письме написано, что нужно копать землю и толкать камни? А что? Может, кто-то хочет, чтобы мы выкопали эти камни и убрали их с дороги? Кто-то это кто? Вот его подпись. Сломанная гантель. Наверное, какой-то силач. Думает, что мы не сможем их выкопать. А мы сможем? Мы сможем! Сложить. Может, отвезем их к озеру? Там я буду с них нырять. Я тоже. Опять письмо. И таинственные рисунки. Человечек с лопатой. Будем копать?
А у этого метла, что ли? Нам туда! Смотрите, я теперь садовод. Стой! Корнями! Вот этим в землю! Готово! Сделано! Опалить! Вот так! Все задачи выполнены! Знаки-то были полезные! О, картинка от бабушки пришла! Что это значит? Значит, нам надо прополоть грядки. И подпись. Две вишенки. Так, сломанная гантель, вишенки, а может быть... Очки! Так вот чьи знаки! И совсем они не для нас. Мы чужую работу сделали. Ну, бабушка. Ой, что это? Декорации? Куда вы там забрались, Петя? Динозавры? Что ж, посмотрим. Спорим, не успеем. Нет, уже не спорим. Точно не успеем. Уже прилетел. Вот! Что это? Пятно какое-то. Яблоко сфотографировал? Это не яблоко. Это я смотрел в телескоп и вот распечатал вам. Похоже на... Большой метеорит, это точно! Он летит в бабушкин огород. Откуда ты знаешь? Вот пятно. Оно похоже на яблоко. И размером с яблоко. Так? Ну, так. А яблоки у бабушки где растут? В огороде. А значит, метеорит упадет туда. А в огороде бабушкина тыква чемпион. И метеорит ее. Бабушка очень расстроится. Надо ее спасать. Бабушку? Тыкву. И поскорее. Какой у нас план спасения? Тюр, я знаю. Надо сбить метеорит из рогатки. Нет, не попадем. А может, заманить его в лес в ловушку? Метеорит? Он же камень. Чем ты его заманишь? Сыром? А если построить вот такенный вентилятор и сдуть метеорит в озеро? Я понял, что делать. Пойду со мной. Придумал! Надо сделать что-то похожее на огромную ракетку и отбить метеорит. Точно! Вот, нужна большая сетка. Мы ее растянем над огородом, а когда метеорит прилетит, то... Пяу! Вперед на поиски сетки! Так, давай.
давайте тут быстренько все выкопаем и перенесем. И метеорит останется в дураках. Гениальная идея! Вы что тут наделали? Бабушка скоро вернется из магазина. А тут такой беспорядок. Ну, это только на первый взгляд беспорядок. Но если не приглядываться... Верните все как было! А не то бабушка расстроится. Кажется, порядок. Скорее, надо натягивать сетку. Следуем Петиному плану. Ведь метеорит может прилететь с минуты на минуту. Правее, а теперь левее. Вроде все готово. Проверь, как там метеорит. Погоди, надо линзу протереть. Вот, у тебя тут пушинка от одуванчика прилипла. Ой, метеорит исчез. Кажется, это была просто пушинка. Метеорита сегодня не будет? Упс. Сейчас прилетит. Ловить будем? Ага. Ой, скорей. Жаль, что дождя давно не было. Цветы сохнут. Бабушка, смотри, какие тучи. А? Дождь обязательно будет. Ой-ой-ой. Это не просто дождик, а настоящая гроза. Петя, Катя, давайте скорее в дом. Нет, сначала надо собрать все яблоки. А? Ты прав. Иду, иду. Чего? Гром — это всего лишь звук. Его не следует бояться. Вот молния — совсем другое дело. Потому что это неуправляемое электричество. Молния может вызвать пожар и нанести вред человеку. Мы в школе проходили. По-моему, гроза уже кончилась. Пошли гулять. Постой! Мне кажется, я вижу, как в лесу что-то горит. Где? Посмотри! Туда совсем недавно молния ударила. Бабушка, лес горит! Сейчас позвоню пожарным. До приезда пожарных надо попытаться остановить огонь. Ты прав, но мы не справимся с ним в одиночку. Поэтому вся надежда на наших друзей. Нам нужна ваша помощь, чтобы остановить пожар. Задача трудная. Трудная, но нет ничего невозможного. Тут находится пруд. Если провести канал вот так и заполнить его водой, огонь не сможет идти дальше. А что, если твой план не сработает? Огонь может приблизиться к городу. Надо предупредить людей. Бери до и объезжай соседей, чтобы они были готовы, если потребуется эвакуация. А мы займемся каналом. Турбозавры, вперед! Тор и Буль, вы копаете канал. Ты с этой стороны, ты стой.
Здесь много валежника и сломанных деревьев. Если на них попадет хоть одна искра... Трак, собирай валежник. Анки, увези стволы подальше от огня. А мне что делать? А ты следи сверху, куда движется пламя. Ветер дует в нашу сторону. Огонь уже близко, на северо-востоке. Где, где? Трак, не отвлекайся. Спасибо, Катя. Я приготовлю все на случай эвакуации. О, мы уже все приготовили. Значит, пожар, да? А я даже яблоки собрать не успел. Ах, ладно, чего уж теперь. А ты молодец, что ходишь и всех предупреждаешь. Правда молодец? Хвалю! Это на всякий случай. Может быть, пожар все-таки удастся остановить. Потому что мы команда. Команда друзей. Какие кадры! Какие получились кадры! Огонь, дым, все каналы роют! Только меня на них нет. Ну да, ты же снимал. Так, а вот и пожарный. Сейчас все потушат. Надо успеть! Так, значит, Боря и Федя опять вас дразнят. Да, тетя Нора купила им робота, и они без конца им хвастаются. Вот это да! 21 век. Да, он реально крутой. Был бы у вас такой же, вместе бы поиграли. Но, боюсь, вы с современными технологиями не справитесь. Ну, это как-то некрасиво, не по-товарищески. Да уж. У меня есть идея. Трак, можно тебя попросить? Ну, ты понял меня, да? Да. Турбозавры, вперед! Я робот, меня зовут Трак. О! Да ты просто талант! Ай-яй, боюсь! Да не бойтесь, он не опасный. Я робот, меня зовут Трак. Вау, он говорящий! Естественно! Это последняя модель, самая навороченная. Нам его бабушка подарила за хорошее поведение. Он много чего умеет. Вот, посмотрите! Он и танцевать умеет. Ничего себе! Умеет делать заряд. Может все поднять? Хочешь? Тебя поднимет! Нет! Да не бойся ты! Все под контролем! Подожди,
Только ты не управляешь роботом. Это пульт от вашей машинки. Он что, двигается сам по себе? Да. Шум. Что случилось? А, тетя, на помощь! За нами гонится робот! Робот за вами не гонится, стоит смирно. Нет, этот робот совсем другой. Огромный такой, страшный, с зубами. Я знала, что эти игрушки до добра не доведут. А вы все купи и купи. Но, тетя, он гнался за нами, честное слово. Ну, мальчишки, фантазеры. Но это же правда. Ну, ладно, спрошу Катю и Петю. Вы видели страшного робота? Нет, тетя Нора, страшного не видели. Да, Петь? Нет, не видели. Видите? Нет никаких роботов. Можно выходить. Я робот. Меня зовут Трак. А теперь нам нужно все вернуть на свои места, чтобы никто не провалился. Буль засыпает яму, Тор и Трак утрамбовывают землю. Но сегодня последний сеанс. И ты тоже хотела посмотреть этот мультик. Нет, Петя, в кино мы не пойдем. Ну почему, Кать? Вот поэтому мы не можем оставить его одного. Всем привет. Ребята, а почему вы здесь сидите? Мы вас ждали, ждали. Бабушка уехала к зубному. Она составила сидеть с Ипполитом. И поэтому мы должны торчать тут. Не обращай на него внимания. Он мечтал пойти в кино. И теперь дуется на весь свет. А разве вас не может заменить кто-нибудь? Кто? Ну, например, я. Я знаю малыша, он ко мне привык. Тогда подмени нас на пару часиков, хорошо? Мы скоро вернемся. Ипполит! Ипполит! Ой! Что такое? В чем дело? О! Дети, можете не прятаться, я не сержусь. Держите свой мячик. Ипполит!
Ты чего? Тебя же могут увидеть! Я не уследила за ним! Он пропал! Что? Только без паники! До, зови на помощь остальных турбозавров! Угу. Ипполит не мог уйти далеко! Его нигде нет! А он не мог спрятаться в доме? Мы там уже везде посмотрели, Буль! Ума не приложу, куда он мог деться? Ипполит уехал на машине с тетей Норой. Держись, Ипполит! Мы догоним их! Мы ведь даже не знаем, куда она едет! Значит, нам придется разделиться! Трак, ты не можешь помочь во время погони, так что возвращайся в лес! Все самое интересное будет без меня! Ты тоже остаешься! Вдруг бабушка вернется до того, как мы найдем Ипполита! Ага. Турбозавры, вперед! Ты чего, До? Дорога перегорожена. Она не могла тут проехать. А? О, ну вот, теперь колесо придется менять. Смотри, Анки! Это же машина, которую мы ищем! Вот они обрадуются, когда мы им доставим машину с Ипполитом! Привет! А мы нашли машину с Ипполитом! Ой! Вам придется вернуть машину на место и замените спущенное колесо. Да, мне нужно заменить колесо. Уже не нужно. Алло, у меня угнали машину. Ой, уже не угнали. И даже колесо в порядке. Ну, чудеса. А вот так, а так, а если так? Ну вот, как же его теперь достать? Крапива жгучая. Ба! Ну когда мы скосим эту противную крапиву? И вовсе она не противная. Крапива – одно из самых полезных лекарственных растений. Вот это да! А еще из крапивы можно приготовить много вкусных блюд. Супы, салаты. Хочу! Хочу крапивный салат! Будет тебе салат. Я пошла в магазин. А вы пока можете полакомиться мороженым. Но много не ешьте, а то горло заболит. Ура! Может быть, в мороженое крапивы покрошить? Для пользы! Пока бабушки нет, мы только чуть-чуть попробуем и все. А вы руки мыли? Да! Хм...
Мороженое надо есть не спеша, а то заболит горло. Что здесь происходит? А мы тут немножечко мороженого попробовали. Ребенок съел целое ведро мороженого и заболел. Что-то у меня хвост знобит. Ну вот, я же вас предупреждала. А теперь вы с Ипполитом заболели. Мы пока за помощью пойдем. А ты, если что, сразу под одеяло прячься. А что же мы с ногами делать будем? Их видно. С ногами я ничего не дам делать. Внучек, я тебе чаю с медом принесла. Ой, куда же это мои очки подевались? Я без них ничего не вижу. Ноги-то у ребенка совсем замерзли. Вон какие синие. Раз нога, два нога, три нога, четыре. Не может этого быть. Раз нога, два нога. Фуф, и померещится же такое. Выздоравливай. И прекрати кривляться. Говорите, съел ведро мороженого и заболел. Когда Зер болеет, он в дрона превратиться уже не может. Ой, что будет, если бабушка его увидит? Бежим скорее домой! Турбозавры, вперед! А мне даже нравится болеть. Все о тебе заботятся, беспокоятся. Пожалуй, я еще недельку поболею. Это вот так ты тут болеешь? Да, друг мой, я ужасно болен. Все ясно. Зеру требуется скорая помощь. Без проблем, сейчас организуем. Это вы чего придумали? Куда вы меня несете? Миллионы лет динозавры используют крапиву как целебное растение. Помогает от всех болезней. Какая еще крапива? Нет! Ну вот, я же говорил, больной сразу выздоровел. Болезнь внезапно отступила. Нашлись очки. Ну вот, теперь я опять все вижу. Нехорошо смеяться над больными птеродактилями. Атакует по центру поля. Мяч переходит к Драку. Он бьет. Но вратарь отбивает мяч. На этом матч закончен. Ну вот, на самом интересном месте. Пойдемте искать мяч. Найдем его и доиграем. Thank you.
нашел! Все за мной! Какие они милые. Согласен. Но играть в футбол ежом мы не можем. Давайте искать наш мяч. Подождите, а вдруг пойдет дождь, вода в реке поднимется и ежей смоет. Ой, мы должны что-то сделать. Спросим у Кати. Она знает все о природе. Стойте здесь, я скоро вернусь. Катя, нужна помощь. Там у нас мама-ежиха и ежата. Их домик смоет река. Какой ужас. Показывай скорее, где они. Проблема? Если вода поднимется, то река смоет ежей. Может быть, перенести их гнездо в другое место? Их дом здесь. Нельзя их беспокоить. Но у меня есть идея. Нельзя подвинуть ежей, но можно реку. Как подвинуть? Легко. Мы построим плотину, и русло реки изменится. Турбозавры, вперед! Тор, ты выкопай канал здесь. Трак, собери в лесу засохшие деревья. Они будут нужны для плотины. Вот сюда. Здесь будет плотина. Трак, Анки, укладывайте бревна. Отличная работа! Катя, ты прирожденный строитель! Да, я все заснял! Бревна плюх! Вода течет! Это великолепно! Теперь продолжим поиски меча. А что с вашим мечом? Он улетел! Так мы и матч не доиграем! Еще как доиграете! Атакует. Удар. И вратарь отбивает. Победила дружба. Сварит уху. Лично я две тарелки съем. Ха-ха, сначала поймай. И поймаю, да побольше тебя. Это мы еще посмотрим. Как не стыдно. Намусорили здесь и за собой не убрали. Нехорошо.
Давай найдем другое место. Нет, так это оставлять нельзя. Мы должны очистить окружающую среду. А, среда! Тут столько мусора, что мы и до пятницы не уберем. Я знаю, кто нам поможет. О, привет! Вижу, вы с рыбалки. Но не вижу рыбы. Мы еще не рыбачили. Там столько мусора! Ужас! И мы решили все очистить. Но нужна помощь. Карета подана. Поехали за помощниками. 32, 33, 34, 35, 35. Твоя очередь, Рак. Раз, два, пять, 45. Я победил. Ты как считаешь? И это нечестно. Я считаю, как умею. А сколько будет дважды два? Ну, где-то так 7, 8. Я так и думал. Боль, видишь, он не нарочно. Привет всем! Нужна ваша помощь. Пришли мы на пруд, а там... Вот это да! Да. Но мы с этим справимся. Мусор делится на биоразлагаемый и неразлагаемый. Это биоразлагаемый мусор. А вот это нет. Надо отделять один от другого. Био... что? Биоразлагаемый – это тот, который со временем исчезнет. Его надо собрать и закопать. А все остальное – отвезти в мусорный контейнер. Трак, ты собираешь пластик и стеклянные бутылки. Буль, ты сгребаешь в кучу остальное. Тор, ты выкопаешь яму, потом вы с Анки разровняете землю. Зер, ты будешь с высоты нас направлять. А как же я? Что буду делать я? Помоги Тору и Анке разровнять место, где мы закопаем мусор. Турбозавры, вперед! Доставит все эти сокровища к мусорным контейнерам. И не забудь, пластик и стекло в разные контейнеры. А где Трак? Мы хорошо поработали, пора рыбачить. А какая же рыбалка без лодки? Трак, ты просто гений. На это плавательное средство ушло 1, 2, 5, 7, 20, 100, 500 бутылок. Теперь посмотрим, кто больше рыбы наловит. Твой вызов принят. Отлично вчера поработали. Теперь вокруг красота. А вдруг кто-нибудь опять намусорит? Не волнуйтесь! Воздушный разведчик проследит и подаст сигнал! И тогда Трак сделает так! Давай, Трак! И грязнуль с их мусором как ветром сдует! Правильно!